А тема эфира сегодня – активная зима. И я знакомлю вас с нашими гостями. Это специалист по остеобалансу, тренер по скандинавской ходьбе Юлия Сурова и Андрей Трубин, руководитель велоклуба «Владимир». Здравствуйте. Здравствуйте. А вот скажите, как вы предпочитаете проводить зимнее время? Активно или все-таки в энергосберегающем режиме? Юля, наверное, с вас начнем. Ну, по-всякому, я на самом деле не сильно люблю очень суровый холод и предпочитаю как-то в более теплых условиях какой-то активностью заниматься, но все равно зима, она у нас достаточно затяжная, и все-таки тело требует определенных активностей, поэтому иногда приходится себя заставлять, иногда очень хочется выйти на улицу, дышать свежим воздухом и что-то делать, потому что все-таки зима – это красивое время года, его нужно тоже использовать с пользой. Мне кажется, вот люди здесь разделились на два лагеря. Кто-то, наоборот, воспринимает зиму так, что «Ой, здорово, дополнительные активности, это и сноуборд, и ватрушки, лыжи, да и все что угодно». А другие люди, наоборот, вот говорят, что сил, кажется, нет, хочется поспать подольше. Вот почему, на ваш взгляд, так? Во-первых, у нас у всех разное тело. То есть кому-то подходит больше холод, кому-то больше жара. Кому-то хочется что-то средненького и тяжело выносить холод, сильный холод и жару, и нужно вот какое-то такое более комфортное условие. Кто-то требует большой активности, то есть тело требует, и физическое здоровье будет от этого улучшаться. А как ни странно, есть такие тела у людей, у которых чем больше физической активности, тем оно хуже себя чувствует. То есть такое тоже бывает, надо просто к себе прислушиваться и смотреть, что тебе подходит. Ну и, соответственно, в любом виде спорта не насиловать себя, а выбирать то, что приносит удовольствие. Поэтому не хотеть что-то делать зимой – это нормально, тем более, как ни крути, любой человек, он живет по биоритмам, которые предполагают зимой определенный покой. И когда зимой хочется покоя, ну, в принципе, это достаточно нормальное состояние. А нужно ли все-таки себя как-то, каким-то образом, может быть, заставлять, например, хотя бы какую-то зарядку делать или что-то? Потому что действительно вот зимой такое наблюдается, что не хочется ничего, и чем дольше ты отдыхаешь, тем еще больше ничего не хочется. Ну, это действительно так. У нас такое человеческое тело своеобразным образом устроено. Если мы что-то не развиваем, оно очень начинает быстро деградировать. Даже вот взять энергию, да, то есть мы, по сути, часто занимаемся спортом, отдавая энергию, в то же время тело благодаря спорту начинает производить энергию для того, чтобы мы могли хорошо работать, хорошо спать, отдыхать. То есть если не поработаешь, если не позанимаешься спортом хорошо, то, по сути, у человека может быть запросто бессонница, поэтому здесь нужно какой-то баланс выдерживать. И заставлять себя иногда надо. И, например, вот если взять потребности тела в энергии, да, то вот часто профессиональные спортсмены, которые занимаются тяжелыми видами спорта особенно, да, то есть им нужно брать откуда-то энергию. И энергия у нас обычно выделяется из жира. То есть нужно кушать жир. Вот если взять вот в питании, да, то есть что выделяет энергию. Но парадокс в том, что если человек просто будет кушать жир, то есть он будет заплывать, и энергию от этого не получит. А для того, чтобы жир усваивался и превращался в энергию, телу нужен кислород. То есть кровь должна быть насыщена кислородом. А где его взять, да? То есть если ты сидишь дома, например, или в офисе 8 часов в день и только выбегаешь на улицу на 10 минут, чтобы сходить в магазин, то есть это практически невозможно. Поэтому нужно стараться ходить на улице чаще, либо открывать форточку, проветривать помещение, заниматься какими-то дыхательными практиками, чтобы кровь насыщалась кислородом и чтобы жир давал возможность чувствовать себя зимой более комфортно и иметь какую-то энергию для работы, для хобби и каких-то других видов активности. Андрей, как вы предпочитаете проводить зимний период? Ну, наш велоклуб «Владимир» — это сборище очень активных ребят, очень активных и очень позитивных. И зимой мы откладываем наши классные, любимые велосипеды в спячку, и у нас начинается не менее любимая пора зимних активностей. Стараемся делать практически еженедельно абсолютно разные мероприятия, чтобы успеть за зиму обхватить все. Лыжи, коньки, ватрушки, пешие прогулки по интересным местам, там сноуборды. Вот. Но в этом году, к сожалению, немножечко морозы нам мешают. У нас некоторые мероприятия переносятся или отменяются. Вот. Я присоединяюсь ко всему, что сказала Юлия.
То есть как бы слушать себя надо, активность все равно нужна. Хотел немножечко, наверное, дополнить, что я лично так считаю, что здорово, если каждый день хотя бы часик пройтись прогуляться. Если вы не можете заставить себя на какие-то уж прям там поехать на лыжи или какие-нибудь энергозатратные физкультурные мероприятия на улице, то пешая прогулка, хотя бы если у вас совсем нет времени до работы, с работы, она прям поможет вам держать себя в тонусе, вот, и совсем не расклеиваться. Знаю, что зимой у вас была активность на велосипедах, и она традиционная, в прошлом году тоже вы совершали такой вот необычный велопробег. Расскажите о нем. Велопробег «Колпаки». Да, он традиционный, он на самом деле проходит много лет, но с каждым годом он становится все красивее и красивее за счет костюмов участников, и в этом году он стал максимально заметный, потому что ребята невероятно классно оделись. У нас и Деды Морозы, и Снегурочки, и велосипеды все горят огнями. Проходит он 30 декабря. Ребята проезжают круг по городу, останавливаются, делают красивые фотографии, угощают прохожих конфетами, и максимально новогодняя позитивная атмосфера. Вот. Этим пробегом мы часто говорим, что мы есть, велосипедисты в городе есть, они добрые люди, нас не стоит бояться, потому что у нас часто бывает много всякого негатива, особенно летом, когда очень много велотранспорта на улицах города, что мы такие же, как и вы, пешеходы, мы вас любим, мы несем для вас конфеты, добро, позитив, относитесь к нам тоже здорово. А как люди на улицах реагируют вот на такой велопробег именно в зимнее время? Я думаю, что в летнее это воспринимается как само собой разумеющееся, а вот когда зимой, как, наверное, что-то необычное. Ну, во-первых, очень празднично, очень красиво это выглядит. У нас есть в соцсетях видеоролик об этом событии. Ну, собственно, есть и статья на Ключ Медиа с красивыми фотографиями. Мне кажется, у людей очень много удивления, потому что у нас люди все равно не привыкли видеть такие необычные мероприятия. Но мне кажется, с каждым годом людям становится привычнее и привычнее. Юля, вот мы говорили о том, что вам такие уж гиперактивные занятия, может быть, на свежем воздухе спортом не особенно интересны, но активности все-таки вас интересуют. Например, знаю, что вы интересуетесь скандинавской ходьбой, может быть, какие-то другие такие более спокойные вот активности могли бы предложить? Ну, скандинавская ходьба зимой вполне себе подходит для людей, особенно у которых тело физическое не позволяет делать что-то более активное, потому что она все-таки достаточно такая универсальная и задействует до 90% мышц нашего тела. И, в принципе, для людей, особенно у которых страдают колени, проблемы с позвоночником, то есть скандинавская ходьба, она может как раз вот дать возможность не просто ходить, да, потому что просто ходить человеку может быть неинтересно, а скандинавская ходьба, она все-таки дает определенную нагрузку дополнительную, да, которая дает возможность как раз насыщать кровь кислородом, человеку более интересно проводить время на улице, он не так быстро замерзнет, вот, и будет потихоньку поправлять свое здоровье и, возможно, через какое-то время сможет переходить на какие-то более активные виды спорта, просто полюбив зиму. Вот. А людям, которые, например, не могут вообще себе позволить и не хотят вообще никуда выходить, вот как я говорила, что можно предложить все-таки себя, ну не то что заставлять, а приучать больше дышать именно кислородом. Но проблема в том, что у нас тело, если оно вообще никак не активно, оно утрачивает способность усваивать кислород. То есть, как говорится, вот можно лошадь на водопой привести, но заставить пить невозможно. И вот тело потихоньку, если активности совсем нет, нужно приучать к ней. Ну, как бы без фанатизма, но если ты будешь хотя бы раз там в неделю, два раза в неделю заниматься какими-то активными видами спорта или не очень активными на свежем воздухе, это хотя бы как-то позволит кислороду усваиваться. Если возможности вообще нет, ну, как вариант, можно открыть форточку. И есть такое йоговское дыхание, называется дыхание огня, когда человек часто быстро дышит, и акцент делается именно на выдохе. То есть за счет этого легкие не успевают усваивать кислород,
создается определенная концентрация углекислого газа в крови, и после определенного количества выдохов, обычно желательно, если у человека здоровое тело, это где-то 100-150 за раз, да, то есть человек задерживает дыхание, потом начинает спокойно дышать, и в организме происходит такое определенная детоксикация. То есть происходит щелчок, и организм из-за отсутствия кислорода, да, вот определенного и большего количества углекислого газа, начинает резко потреблять кислород. И кислород в крови больше увеличивается после такого дыхания, и тело начинает лучше себя чувствовать, энергии больше появляется, можно спокойно кушать, вот как я говорила, жир, вот, и можно даже заметить, насколько умственная активность будет повышаться, и легче будет, ну, как бы, переживать те же жуткие морозы, в которые не сильно хочется выходить из дома. Насколько я понимаю, для вас активность – это в первую очередь про здоровье. Ну, не совсем. Я бы сказала так, что человек, который не активен и не чувствует свое тело, ему сложно даже, ну, как бы воспринимать окружающую действительность. Ведь та же активность, она здорово влияет на психику и на нервную систему, потому что многие спортсмены, они очень хорошо справляются со стрессом либо через физические нагрузки. Активность, она как таковая помогает... Ну, понимать, например, что тебя хочет мир, как ни странно, да, потому что люди деревянные, которые не чувствуют свое тело и мало что могут им делать, у них, я бы сказала, даже интеллектуальные способности могут от этого страдать. Поэтому это комплексное понимание, что движение – это жизнь, то есть и просто пропорция движения у каждого человека разная, то есть у кого-то чуть больше, у кого-то меньше. Андрей, а для вас что такое вот активный образ жизни? Это может быть и здоровье, может быть, это адреналин какой-то? Наверное, целый ряд факторов. Первый – это хорошая компания. Как я уже сказал ранее, у нас велоклуб «Владимир», очень много людей. Мероприятие у нас абсолютно открытое, любой может прийти. И каждый раз создается большая позитивная компания, в которой просто интересно проводить любое время, в которой время летит незаметно, вот, все мероприятия превращаются в небольшой праздник, вот. При этом, конечно же, есть польза для здоровья, потому что хотя бы раз в неделю у нас проходит большое довольно-таки мероприятие на открытом воздухе, неважно, это коньки, лыжи, польза для здоровья есть, польза для психики, конечно, тоже позитив, вот, ну, наверное, вот это самые главные факторы. Я у вас в группе видела, что вы планируете лыжные походы, и достаточно часто они у вас бывают, и даже такие серьезные, как там, на большое количество километров. Нет, если велосипедисты мы неплохие, то лыжники мы такие все начального уровня, и у нас это скорее мероприятие такое более дружественное. Вот, хотел сказать, что вот летом в наш велоклуб многие побаиваются прийти, да, потому что как так смотрят, мы едем там 100 километров, больше, все такие навороченные, на хороших велосипедах, в форме, и человеку с улицы сложно просто прийти и поехать, то есть люди как-то очень постепенно вклиниваются, пробуют, то зимой на наши мероприятия очень легко попасть, вклиниться именно, потому что мы все начинающие лыжники, то есть мы вот поехали на лыжи, у нас там половина ребят первый раз стало, да, то есть, соответственно, они ничего не умеют, и также у нас и с коньками происходит, и с ватрушками, и со всем остальным, и здесь решающим фактором становится, наверное, компания и вот такое позитивное времяпрепровождение. Вот как, например, планируются те же самые лыжные походы? Ставится какая-то цель или просто вот проехать оттуда до туда? Или, может быть, доехать докуда-то, увидеть что-то интересное? Ну, конечно, всегда есть небольшой план. В него, наверное, обязательно входит какое-то компанейское дружеское чаепитие. Ребята всегда приносят с собой что-нибудь вкусное. Вот. Поэтому мы едим вкусняшки и потом их сгоняем, скажем так. Ну и, конечно, всегда у любого приключения должна быть цель, докуда доехать, да, на тех же лыжах, да, определенное какое-нибудь красивое, интересное место, посмотреть его там, попить чай и вернуться. Вот, например, бывает такое, что к вам приходят люди не особенно активные, говорят, вот мы хотим влиться, чтобы тоже вести активный образ жизни и подзаряжаться от этого энергии. У нас часто происходит чудесные метаморфозы, и ребята втягиваются, и они на глазах меняются. То есть
первое, что, наверное, видно, это физическое преображение человека. А когда у человека есть неподдельный внутренний интерес к этому, эти преобразования проходят очень незаметно для самого человека, когда это все в радость. Люди скидывают вес сильно, вот в целом начинают лучше выглядеть. Они часто говорят, что я вот когда к вам присоединился, я еле-еле-еле мог немножко проехать, я весь вот там, у меня одышка была, это, а сейчас я стал настолько здоровее, я могу ехать там 100 километров, я в целом чувствую себя лучше, и я изменил свой образ жизни. Помимо спортивной формы, здоровый образ жизни, он несет еще внутреннюю мотивацию человека и какой-то такой определенный внутренний самурайский, что ли, уклад, как у любого спортсмена, когда человек встает на эти здоровые рельсы, он начинает себя контролировать больше во всем. Смотреть за питанием, ну, вы понимаете, да, мою мысль? Вот, поэтому я считаю, что все это вкупе как-то вот так вот работает. Бывают вот такие, например, люди в вашей команде, которым интересны только летние мероприятия или мероприятия в теплое время года относительно, либо, напротив, те, кому интересны активности только зимой? Несомненно, есть определенный ряд людей, которые очень любят велосипед, и зимой они не присоединяются, либо реже присоединяются. Насчет наоборот, мне кажется, нет. Все, кто есть зимой, обязательно присоединяются летом. И это очень здорово. Например, прошлой зимой очень много было новеньких ребят, которые именно втянулись с пешей прогулки, с лыж, с коньков, но они остались на лето и стали кататься на велосипеде. И начав велосезон начинающими велосипедистами, уже к середину, они к середине сезона, велосезона, к середине лета, они уже стали прям на нормальном ходу, скажем так. А на велосипедах зимой вообще не катаетесь? Или вот бывают, например, ситуации, когда и можно? И в чем специфика, например, мы видим, все равно по городу ездят люди на велосипедах. В чем вот специфика, например, катания зимой на велосипеде и отличие от летнего? Ну, ребята, кто катаются зимой, есть. Их не так много. Зимой целый ряд факторов. Первый, наверное, важный такой момент. У нас у всех довольно-таки неплохие велосипеды. Вот, в отличие, наверное, все-таки от доставщиков. Вот. И зимой наши улицы посыпаются солями и реагентами. Это очень плохо для велосипеда. Вот, там и для краски, и для покрытия, и для всего. Второй момент. Это зимой нужна резина другая, чтобы не упасть. Ну и третий момент, что температура при езде на велосипеде воспринимается по-другому. Если как пешеход вроде там при минус 10, при минус 15 тебе нормально, то на велосипеде тебя будет пронизывать очень и очень сильно, и нужно одеваться совсем по-другому. Тем не менее, все равно есть группы ребят, кто зимой с удовольствием катается, но в принципе это не массово. Вот. Мы по большей части своей предпочитаем от зимы забрать именно зимние активности, потому что они прекрасны, они такие традиционные, русские многие из них, и многие, наверное, новые такие для нас, для нашей полосы, как тот же сноуборд, который полюбило безумное количество ребят, и глаза у них горят, горные лыжи, вот, ватрушки тоже для себя люди открыли, как это может быть здорово, вот, поэтому вроде у нас зимнее время года довольно-таки длинное, холодное время года, а зима на самом деле пролетает быстро, это декабрь, январь и февраль, да, я забыл, какой у нас третий месяц, да, и если рассматривать выходные, не так-то уж их и много, то есть вот желание именно забрать от жизни все, успеть покататься на всем, насладиться этим зимой, как вот мы в детстве, помните, бежали на горках, катались, да, получали вот этот неподдельный кайф, это, наверное, главное. Ну, а для велосипеда у нас будет 6-7 месяцев сухого времени года. А у нас есть звонок телезрителя. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Елена, у меня такой вопрос. А если человек не может из дома выйти из-за болезни на улицу, что он должен дома делать вместо прогулки? И смотрите «Синчародеи» и запомните, что три месяца зимних бывает. Спасибо вам за ваш вопрос. Вот что делать человеку, если он не может выйти из дома из-за болезни?
Вот я как говорила, что чаще открывать форточку, дышать кислородом, стараться делать какие-то, может быть, гимнастики, а может быть, действительно вступить даже в какие-то группы, потому что сейчас в интернете очень много людей, которые бесплатно, в том числе, проводят какие-то марафоны, которые могут дать возможность человеку не закиснуть дома, потому что вот, на самом деле это очень важно. Коллектив для многих людей, и коллектив именно может тоже вытащить очень здорово из болезни. А так, на самом деле, очень много упражнений, которые можно делать, в том числе и из йоги, непосредственно дома, потому что это больше индивидуальная практика, чем коллективная. Но проблема в том, что очень много людей ленится, не хочет и сложно себя заставить. Вот. Но потихоньку все равно нужно себя вытаскивать, потому что если мы себя не начнем вытаскивать, то как бы сложно будет кому-то другому это сделать. А вот когда вы выздоровеете, добро пожаловать в велоклуб. Вы знаете, я абсолютно соглашусь с Юлей, опять же, немножко дополню от себя на своем примере, когда вот, ну, болел, наверное, раза два был ковид, не очень хорошее самочувствие, я себя все равно ежедневно заставлял на часовую прогулку выходить, даже не контачи, не соприкасаясь с другими людьми, все равно часик пройтись. И я чувствовал всегда, что это на пользу. Вот, подышать, как у нас это говорится, подышать. А мы сейчас прервемся на небольшую рекламу и далее продолжим наш разговор. Не переключайтесь, тема эфира сегодня «Активная зима». А тема эфира сегодня «Активная зима», и мы продолжаем наш разговор. А ведь вот были такие сильные морозы, минус 20, даже до минус 30 доходило. Вот полезно ли в такие морозы гулять? Ну, я думаю, что долго гулять точно не полезно, но в любом случае, даже если такое холодное время года, нужно хотя бы выходить на улицу хотя бы там, ну, на 10-15 минут в день, это уже даст возможность ну, даже лучше их переносить, чем просто сидеть дома и мерзнуть, потому что в такие морозы часто человек даже в теплом помещении чувствует себя очень зябко и неуютно, и постоянно человека клонит ко сну. Вот, чтобы такого не было анабиоза, скажем так, желательно, конечно, все-таки выходить. Тем более, когда мы выходим на улицу, все-таки мы получаем энергию от земли. То есть нам земля тоже очень много чего дает, когда человек просто ходит, даже ничего не делая, он подпитывает свое тело определенным ритмом и энергией, ему намного легче жить. Чтобы проснуться, надо на морозе. Да, Андрей, какие-то коррективы, вот именно такие морозы в ваши планы внесли? Да, к сожалению, да. У нас из-за морозов отменилось несколько мероприятий. В начале января мы хотели, как в том году, сделать коньки в парке Пушкина, костюмированные, как в том году. Было сказочно, было волшебно, но в такие морозы не получилось. И, соответственно, пешая прогулка по Суздалю на Старый Новый год у нас тоже отменилась, потому что внезапно морозы вернулись, вроде ушли и внезапно вернулись, и мы ее перенесли, она у нас будет в эту субботу. Вот. Но, несмотря на это, наши активные ребята из велоклуба, кстати, ребятам всем привет передаю, вот, находили себе развлечения активные, на коньках катались в закрытых помещениях, потому что там было по сравнению с улицей прямо тепло. И вы не поверите, некоторые наши ребята, несмотря на то, что мы не делали массовые мероприятия из-за холода, все равно делали уличные активные мероприятия, да, меньшими группами. В частности, катались на лыжах в эти морозы. Довольно-таки далеко катались. Вот там по 3, по 5, по 7 человек. Ребятам, опять же, привет, вы большие молодцы. Станиславу привет особенно, потому что он у нас самый активист в такой мороз. Вылезать на улицу с ребятами. Только что, кстати, хотела спросить, есть ли у вас любители такого вот сильного мороза? Вот, да, я сейчас передал привет, да, у нас есть Стас, он в любой мороз за любые движи, вот, не боится абсолютно, и всегда несколько человек поддерживает. А вот что в ближайшее время планируется из мероприятий? Из мероприятий в эту субботу мы планируем пешую прогулку по Суздалю. В этом году у нас Суздаль – новогодняя столица России, все это знают, он невероятно хорошо украшен. Вот, в том году она у нас была довольно-таки массовая, надеюсь, в этом году будет еще более массовая. Также, соответственно, на лыжах мы уже много катались, кстати, в этом сезоне, обязательно коньки. Постараемся посетить все
большие ледовые площадки в нашем городе. Надеюсь, успеем попасть и на ватрушки, и обязательно на сноуборд, горные лыжи. На самом деле, я уже говорил, что вроде зима длинная, но если считать по выходным, чтобы привести большую массовую активность, нужен выходной, их не так-то и много. И получается, мы стараемся вот прям каждые выходные урвать прямо какую-то возможность. И, конечно же, если из-за морозов мы что-то отменяем или переносим, конечно, печально. У нас есть звонок телезрительницы. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Хочу спросить у Андрея. Вот вы говорите о лыжах, коньках, ватрушках, а снежки? Ведь это устроить битву, снежки – самая зимняя забава. Может быть, попробовать такое провести? Спасибо. Спасибо, да, Андрей. Может быть, разнообразить? Ну, снежки – это вы имеете в виду покидаться снежками, традиционная русская забава. Ну, я думаю, вот мы поедем в Суздаль гулять, попробуем покидаться снежками и обязательно запишем видео с этим и выложим, покажем, что мы можем и так. А вот есть ли какие-то такие, может быть, наметки, что-то сделать оригинальное, ну вот кроме стандартных, например, прогулок на лыжах, коньков, что-то вот такое вот зимнее? Оригинальное? Ну, как я уже говорил, мы довольно-таки ограничены по количеству выходных и времени. Ну, в том году, прошлой зимой, многие из наших мероприятий так были оригинальными, и они были в первый раз. Вот, например, те же массовые ватрушки, это было очень непривычно. Те же костюмированные коньки, это тоже не очень привычно, да, там, то есть не просто покататься, а нарядиться. А вот в чем интерес вот именно нарядиться, да, сделать что-то костюмированное? У нас очень классный коллектив, очень сильный костяк, ребят, они все очень позитивные. Они все участвуют в организации, постоянно что-то придумывают. Я очень рад, что меня окружают такие люди. И вместе мы способны на многое. И чем больше людей, тем больше идей. И все поддерживают и воплощают их вместе. А к более спокойным активностям переходим. Хотелось бы поговорить еще о скандинавской ходьбе, потому что мы начали разговор, сказали, что это полезно. А вообще, откуда появилась скандинавская ходьба? Что мы подразумеваем под скандинавской ходьбой? Ведь все многие думают, что это взять палки в руки лыжные и просто ходить. Ну, вообще, скандинавская ходьба изначально появилась в скандинавских странах и придумывалась для того, чтобы поддерживать физическую форму лыжников в летний период, поскольку движение, правильное движение в скандинавской ходьбе не может заменить никакой тренажер в спортивном зале. То есть, как ни странно, возьми любой тренажер, вот именно повторите вот ту нагрузку, которую дает скандинавская ходьба, такого нет. Позднее уже Марко Катанева, он считается родоначальником скандинавской ходьбы, но не совсем потому, что он ее придумал, а потому что он написал определенную работу научную, описав правильное движение, правильное распределение нагрузки, правильную длину палок, и начал продвигать ее в массы как вид спорта для здорового образа жизни. И очень много людей, вот, по крайней мере, я встречаю, особенно в маленьких городах, они специфически относятся к скандинавской ходьбе, считают, что это, ну, такой спорт для пожилых людей. И только в больших городах, вот, например, в Москве, да, сейчас она очень здорово набирает популярность среди молодежи, потому что люди понимают, насколько можно комфортно, никуда не стремясь, выбирая свой непосредственный темп, ритм, поддерживать свое здоровье и укреплять физическую форму. И зимой, так же, как и летом, можно заниматься скандинавской ходьбой, потому что есть люди, которые ходят с палками каждый день практически, да, то есть вне зависимости от погодных условий. И им это дает возможность и получать удовольствие от жизни, потому что если ты выбираешь свой темп, свой ритм, ты чувствуешь определенную синхронизацию с телом, и это ничего ни с чем не сравнить. Это можно даже сказать, что иногда даже лучше, чем выигрывать в каких-то соревнованиях, потому что когда ты идешь всем собой, да, то есть чувствуя каждую мышцу тела, то это на самом деле очень такой
большой кайф, от которого можно очень много удовольствия получать. Вот. И скандинавская ходьба зимой, она, ну, тоже имеет определенные специфики, то есть нужно и потеплее одеваться, в том же время не сильно тепло, потому что жара может принести простуду, да? То есть выбирать удобную нескользкую обувь, выбирать палки, которые могут регулироваться по высоте, поскольку обувь зимняя в основном на более толстой подошве, нужно подобрать оптимально так, чтобы было комфортно использовать эти палки, выбирать теплые варежки, рукавицы либо специальные оснащения для рук, чтобы рукам было комфортно, потому что, ну, в основном вот именно в скандинавской ходьбе мерзнут в первую очередь руки, то есть за этим тоже вот нужно следить, и вполне себе можно ходить зимой и получать от этого тоже удовольствие. И можно также приглашать большие компании друзей и ходить вместе. И вот что... Андрей, берите на заметку. И что вот интересно, вот у меня есть опыт обучения людей, так как основное, скажем так, мое направление работы, то есть баланс, это направление остеопатии. Приходится как бы людям, которые к тебе приходят, рекомендовать для реабилитации какие-то виды спорта, которые могут помочь быстро и эффективно восстановить тело. И, как ни странно, молодежь, вроде бы спортивная, активная, которая может хорошо бегать, то ездить на велосипеде, они не за одни сутки, скажем так, могут понять, а как правильно ходить. Это просто кажется, что вот вроде взял палочки, вот бабушка идет. Ну, как бы это не так. То есть у человека, даже который... У меня был опыт обучения человека, который профессионально бегает, но как бы этот человек не сразу понял, как правильно ходить. То есть не сразу понял, какая должна быть синхронизация руки и ноги, на что обращать внимание, поскольку там нужно обращать внимание на ротацию корпуса, подключать бедра, то есть, ну, это целая история. А вот сами вот эти палки, они какие-то особенные? Палки бывают абсолютно разные, бывают дорогие палки, бывают дешевые палки, бывают телескопические, которые можно регулировать по длине и, соответственно, увеличивать и уменьшать нагрузку с ними, ну, как бы, скажем, проще. Есть разное оснащение этих палок, то есть наконечники бывают именно зимние, да, то есть если мы берем снег, ну, обычный парк, например, да, который не сильно хорошо почищен, не до асфальта, то наконечники оставляют металлические, они очень хорошо впиваются в снег и обеспечивают рычаговое движение, и все очень хорошо. Если мы берем какой-то период оттепели, когда очень скользко, то я бы, честно говоря, не сильно рекомендовала ходить вот именно в такое время, потому что, ну, очень легко можно поскользнуться и нанести себе травму, но даже для такого времени разработаны специальные насадки на палки, они с металлическими шипами, которые вполне себе обеспечивают устойчивость при ходьбе. Вот. А так, ну, как бы палки, очень многие путают палки скандинавской ходьбы и палки трекинговые. Это абсолютно разные палки, поскольку скандинавская ходьба подразумевает четкую жесткую фиксацию руки. Трекинговые палки, они не подразумевают это, поскольку у них предназначение для того, чтобы человек взбирался наверх. Поэтому там всего лишь петли для рук, которые не фиксируют руку, и с такими палками правильно человек ходить не сможет, как бы он не хотел, а 60-70% людей, которые обычно вот в парках я встречаю, да, кто ходит с палками, пытается имитировать скандинавскую ходьбу, именно ходят с трекинговыми палками, ну и, конечно же, движения там неправильные, и, ну, как бы это тоже неплохо, поскольку человек дышит свежим воздухом и какую-то активность проявляет, но нагрузки на тело, той, которой нужно именно на позвоночник, чтобы позвонковые диски получали дополнительное питание, ну, как бы такая ходьба сильно не будет давать. То есть поэтому ей тоже стоит поучиться, если кто-то захочет. Андрей, да, да, да. Я, наверное, дополню Юлю в этом плане. Соглашусь со всем. Во-первых, неправильно, когда делаешь любое упражнение, оно не несет такого толка,
даже в плане даже дыхания, да, вот, ну, элементарный пример, человек отжимается от пола, неправильно дышит, эффекта ноль, да, там, вот. Второй момент, наверное, хочу сказать, правильно Юля упомянула про зимнюю одежду. Мы живем в мире современной технологии, сейчас у нас очень много появилось и маркетплейсов, и всего, где можно изучить и посмотреть именно на зиму момент правильной одежды. То есть, когда человек одевается правильно, он не мерзнет, то одеваются неправильно, они выходят, они потеют, мерзнут, потеют, мерзнут, потеют, мерзнут, одежда работает неправильно. И, наверное, третий момент хочу дополнить, что при разных видах спорта действительно работают разные мышцы. К нам часто приходят, например, ребята, которые бегали много, все садятся на велосипед и не выдают таких результатов, потому что сразу начинают работать абсолютно другие мышцы. И вроде как бы, ну, конечно, спортивная прокачка человека – это хорошо, но когда начинают работать немножечко другие мышцы, как будто бы ты учишься всему заново. А я такой вопрос хотела задать. А у нас в городе хватает ли места для спортивных активностей, или все-таки вот по каким-то направлениям есть пробелы? Ну, если брать на нашем примере, мы не особо привязаны к каким-то местам, да, нам же не нужны какие-то там турники или какое-то специальное оборудование, нам воля нужна. И для этого летом нам хорошо. У нас, наверное, чуть ли не самое прекрасное место в России, потому что наш город, мы как велосипедисты можем выехать из, с любой стороны, и сразу начинается потрясающая природа. Хотя в других больших городах надо проехать огромные промзоны, там по 10-15 километров порой, и рядом нету ничего красивого. Что касается зимних видов спорта, здесь, конечно, свои коррективы есть, но катков у нас достаточно. С лыжами у нас парк Дружбы – это курорт, куда приезжают многие люди, да, он таким был всегда, вот, трасса Прокуророва, здесь проходит много соревнований, все. У нас много любителей загородного парка, потому что там совсем другая природа, такая более дикая, и там просто классно походить на лыжах, да, там помедитировать, посмотреть природу. Что касается других активностей зимних, любителями построена шикарная трасса Заверидина для ватрушек, за ними ухаживают. Сноуборды, у нас есть Яркопарк, Студеная гора, есть Мелехово. В принципе, есть места практически для всех зимних активностей. Такого, чтобы вот мы чего-то хотели, но нам некуда совсем пойти, как бы нет. И даже вот с коррективой на те же морозы, даже крытые коньки, в принципе, ну, можно устроить. У нас осталось буквально несколько минут, и вам, Юлия, хочу задать такой вопрос. Касательно питания, касательно питьевого режима в зимний период времени, чтобы вы порекомендовали, может быть, требуются какие-то БАДы, ведь нам не хватает солнечного света. Как нам аккумулировать свою энергию? Ну, вообще, в зимний период хочется меньше двигаться, меньше пить, поэтому надо себе напоминать постоянно, что воду пить нужно обязательно, и стараться поддерживать, ну, чуть меньше, может быть, объем воды, чем мы, например, пьем более теплое время года, но не забывать, поскольку у нас чувство жажды в теле тоже может атрофироваться, это тоже будет влиять на самочувствие, на энергию, и если человек мало пьет воды, то это очень плохо. Потому что организм накапливает токсины и не сможет их выводить. Что касается особенностей зимнего питания, то здесь я бы обратила внимание на пропорцию свежих фруктов и овощей в питании, поскольку в холодное время года не рекомендуется, чтобы свежие фрукты и овощи, они большой процент в том, что вы едите, занимали, потому что они вызывают в теле достаточно большой холод, который, в принципе, телу не нужен. То есть желательно все вареное употреблять в пищу, масляное, жирное, поскольку как раз телу нужна такая энергия для того, чтобы хорошо справиться с холодами. И это будет, ну, как бы хорошая поддержка. Я бы порекомендовала исключить из питания, особенно тем, кто боится холодов и плохо их переносит, кисломолочные продукты, именно кефир и йогурт, потому что они имеют такую холодную природу и больше охлаждают тело. А сметану, ну, вполне себе можно кушать. Обратила бы внимание вот на напитки. Напитки, конечно же, желательно пить теплые в это время, либо горячие, кому как комфортно. И в такое время года обычно у всех популярен имбирь. Вот как ни странно, имбирь, он такой своеобразный
как его называть, фрукт или овощ, да, то есть он повышает в организме воздух, элемент воздуха, если взять вот аюрведу. И если человек его много употребляет, то, выходя на улицу, сразу после того, как мы выпили какой-то имбирный напиток с большим количеством имбиря, можно получить переохлаждение. То есть, да, он помогает при простудах, он может увеличить иммунитет, но вот у него есть такая особенность, что его прям перед улицей кушать нельзя. Вот. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня в гости, дали полезный совет нашим телезрителям и обсудили тему зимних активностей. Спасибо. Спасибо.